Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на сметанку. Вот такую вот. Очень важная корова. Продавалась она у нас в Ленте, также в Магните, может где-то еще продается. Здесь даже я увидела подписано VIP. Вот. Так, сметанка у нас 20%. Здесь у нас 315 грамм. Давайте поближе посмотрим. Что здесь у нас написано? Вон, видите, VIP. Люкс VIP. Как типа лучшая. Такая вот сметаночка. И давайте ее откроем и посмотрим, что же у нас там внутри. Ее я еще, кстати, не пробовала ни разу. Купила вот специально, чтобы вместе с вами ее попробовать. Да, вот так она тут выглядит сверху. Ну-ка, ну-ка. Их ты. Не открывается. О, открылась. Так. Тарелочка нам понадобится. Также. Ну, посмотрите, как она тут выглядит. Как сметанка. Прям такая. Можно взять в ложечку. Как раз, да, консистенция такой сметаны. Шмяк. Шлеп. Так, посмотрим на наличие бугорков. Как это у нас обычно бывает на некоторых сметанах. Ну да, есть они. Такое, как будто что-то промешанное не очень. Есть немножечко. Чуть-чуть, вот посмотрите. Не знаю, хорошо это или плохо. Я помню, сметана была простоквашина. Но она и сейчас есть. И когда-то очень-очень-очень давно, лет 10 назад, у нее было очень много просто этих бугорков. Когда ешь сметану, я помню, они ощущались. Ощущение было, как будто там какой-то мелко порубленный картон, перемешанный там с белой краской, со вкусом сметаны. Что-то вот такое подобное казалось. И поэтому я уже теперь каждый раз присматриваюсь к магазинной сметане, чтобы она была более-менее натуральной. Не знаю, что это, короче, ну ладно. Она такая, смотрите, кстати, она беленькая. Так, ну-ка, по запаху. По запаху она просто сметана, и мне кажется, даже как будто бы она пахнет как сметана с сахаром. Какой-то такой ароматный, вкусный такой запах. Так, давайте я ее попробую на вкус, как она, вкусная или нет. Знаете, она по вкусу напоминает сметану из детства или сметану из детского сада, что ли. Вот какой-то вот такой вкус, если еще добавить немножечко сахара, она будет просто обалденная, просто бесподобная, там с какими-нибудь ее блинчиками. Покушать прям вообще будет просто очень-очень-очень вкусно. Блин, ну нет, она мне прям понравилась, классная. Во рту, кстати, не ощущается комочков этих. По вкусу, ну как во рту она просто как обычная сметана деревенская. Только такая, ну, загустевшая. То есть не сливки, а сметана. Слушайте, ну обалденно вкусно, мне понравилось. Ее реально, вот если сейчас еще туда, да, добавить сахар, добавить каких-то там фруктов, она либо получится как йогурт по вкусу, либо, я не знаю, как просто сметана со фруктами. Вот, но вкусно, нравится, мне понравилось. Наверное, если вот там что-нибудь просто поесть сладкую сметану, то я буду брать, наверное, теперь только эту. Вот, потому что иногда хочется покушать сладенькую сметанку там с чем-нибудь таким интересненьким там, или просто ложками иногда я люблю поесть. Но это реально вкусная сметанка. Хорошая, мне очень понравилась она. Такая прям, я прям даже, знаете, в восторге. Честно говоря, даже не ожидала, что она будет, эта сметана, настолько вкусной. Мне казалось уже в наше время, что нормальной сметаны уже просто не существует, что они просто уже все одинаковые, только там марки разные. Мне почему-то уже казалось так. Но нет, она довольно вкусная. Кстати, мы с вами уже пробовали сметану из Светофора. Она, кстати, не очень. И какую-то сметану еще мы с вами тоже пробовали.
Но они, конечно, отличаются. Вот это прям вообще просто обалденное. Она мне очень-очень-очень понравилась. А напишите в комментариях, пробовали ли вы ее, как она вам понравилась или нет. Так, я вам только вот... А, ну это же просто сметана. Я просто вот сейчас сижу, думаю, я же вам не сказала, насколько она соленая, насколько она сладкая. Блин, думаю, нет, это сметана же, не чипсы. Но она, блин, она классная. Вкусная, такая нежный какой-то такой аромат. Но, конечно, она отличается по вкусу от обычной сметаны деревенской. Та, конечно, совершенно другая. Это совершенно другой вкус. А вот этот вот, он более из детства какой-то вкус. Я помню еще, с мужем мы ходили в кафе, кушали блинчики. Нам к блинчикам подали сметанку. Она была сладкая, но она была обалденно вкусная. Вот это, кстати, вот вкус напоминает. Если ее посластить, то это будет прям копия. Вот. Я на тот момент еще поняла, что это сметанка как будто из детства. Я заказала еще и еще блинов. У меня муж блины ел, а я сидела сметану ела. Ну, невозможно было оторваться, она обалденно была вкусная. Вот, это вот точно такое же, теперь я смогу ее посахарить и просто сидеть и ложками есть оттуда. Вот, классная. Очень понравилось, напишите в комментариях свои отзывы, если вы пробовали эту сметанку, очень важная корова, то обязательно напишите в комментариях свои отзывы. Да, кстати, они считаются довольно хорошие, молоко у них тоже, я знаю, что считается довольно более ближе к более натуральному молоку. Вот, но я еще до молока не дошла. Пока только до сметанки. Масло у них, по-моему, ну, тоже такое нормальное, по-моему, вроде бы. Что-то я пробовала, не помню. Ну, мы, я думаю, с вами постепенно дойдем и до молока, и до маслица скоро дойдем. У нас с вами еще впереди много всего интересного. Так, смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся, как мы будем кушать эту сметанку, обязательно посмотрите. Вот, она во влогах потом появится. Также на моем канале есть обзоры на другие продукты. Очень, кстати, много, очень много разных шоколадок, Альпен Гольд, Милка, всяких там вкусняшек из фикс-прайса, вкусняшек Светофора, Победы, из обычных магазинов, там других разных. Обзоры на технику также есть. Живопись, фоны, фоны, фоно. Вот, короче, много всего интересного. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И с вами был канал ArtMania. Всем пока-пока!